Как-то я на днях выпускал видео про то, что я пленку проявил, и рассказывал, как я первый раз начал использовать свой фотоаппарат, который лежал без дела, пленочный, Nikon F60. И вот у меня возникла проблема в том, что вот здесь, когда вставляешь пленку, по правилам ее нужно вот просто протягивать сюда, закрывать крышку, и фотоаппарат готов. У меня же так не получалось, и ничего не работало. И в итоге как-то я умудрился вот сюда вот ее засунуть под вот этот язычок. И как-то она заработала, и в общем я снял ее и проявил, и фотографии были готовы. Хотя это было не по инструкции, что ли, так сказать. Так вот сегодня, а еще тогда я сказал про то, что нашел в кладовке старую пленку. Вот это какие-то были времена, лет 10 назад, наверное. Я тогда сильно увлекался этой пленкой. Я покупал их все время новые, разные. Заказывал в основном с eBay, из Америки, по-моему, или откуда там, ну, из разных мест, в общем. И мне их привозили. И вот как-то я купил несколько катушек вот этой пленки. Lucky называется. Вроде она как японская. И значит, она черно-белая. И вот в то время я как-то то ли плохо искал, то ли не нашел. Ну, в общем, суть в том, что она завалялась у меня. Я отснял одну пленку и не знал, где ее проявить. И так она у меня где-то там валяется. А вот это вот прям новый, нераскрытый вот этот вот, катушка нераскрытая лежала. И я вот ее на днях нашел там в пакете у меня в кладовке. И вот она здесь вот даже указана, здесь нам не видно будет на том, что на камере, то, что с 2012 года она. Вот ISO 100, черно-белая пленка. И сейчас, короче, я попытаюсь, вот второй раз попытаюсь вставить, и как ее камера воспримет, сможет заработать или нет. Если получится, то, возможно, я ее продам, возможно, отфотографирую. Ну, посмотрим, короче. Сейчас я ее торжественное открытие, как говорится. Так. Вот она, красавица. Так, ИСО. Новое поколение. Ну ладно. Вот она какая. Десятилетней давности пленка. Вот, кстати, на вот этой пленке Lucky есть вот этот код, DX код, или как там называется, я уже забыл. В общем, чтобы камера понимала, какую ISO выбирать. А на Famapani этого кода нету. Потому что самая дешевая, видимо, из-за этого. Так, сейчас попробую. Не, что-то как она делается-то, блин. Так. И протягиваем вот так вот. То есть вот я смотрел видео на YouTube, и оно вот так делается. То есть просто вот так вот. Раз вот так вот ее протянул, вот так. Положил и все, и закрыл. И все, и после этого она заработала. Да, и правда. То есть фотоаппарат полностью исправен. Вот когда я Фомапан вставлял, вот здесь пленка мигала, то есть она не могла ее понять, не могла ее определить. А, видимо, вот с этой все в порядке, потому что сразу же появился первый кадр, и пленка активно
То есть все в порядке, все нормально. Так что все. Можно продавать или фотографировать. Что получится.